Здравствуйте, мы находимся в Санкт-Петербурге. Только что завершился чемпионат мира по смешанным единоборствам. И рядом со мной чемпион в тяжелой весовой категории Знаур Хитагуров. Знаур, поздравляем с победой, с чемпионским поясом. Как твое физическое самочувствие после боев? Сейчас еще восстановился, все нормально. Но в себя пришел. Как сложился бой? Насколько тяжелый, насколько сложным он был? Ну, легких боев, я думаю, не бывает. Поставили тактику, и все сработало с тренерами. Расскажи, вот на протяжении турнирной сетки тебе приходилось встречаться с другими соперниками из других стран. Расскажи, какой бой отметишь, какой был наиболее сложный? Я думаю, первый бой, потому что он был тоже физически. А с кем, с какой страны? Румыния, по-моему. Румын был, очень-очень крепкий, попался, и было тяжеловато с ним, но все, собрался и победил. Расскажи, а как проходила подготовка к бою, как проходил тренировочный лагерь? Подготовка проходила дома, в Северной Осетии. Подготовка была очень тяжелой, очень жесткой. И, наверное, Бог наверху видит все, и все закономерно произошло. Наур, кого бы ты хотел поблагодарить, кто помогал тебе в подготовке? На самом деле, помогали в тренировке вся команда в подготовке. Особенно хочу отметить моих тренеров, они мне как старшие братья, Олег Бурдзев, Алексей и Ватаев Батраз. Ну и, конечно же, мой друг Михаил Газаев, он тоже очень сильно помогал мне в подготовке. И, конечно же, все ребята, которые там со мной тренировали, все очень хотели, болели за меня и помогали от души. И, конечно же, я хочу от сердца поблагодарить нашего президента Федерации Валишевского Валерия Николаевича за то, что он мне дал шанс. Я его использую, я ему очень благодарен, я его очень ценю. Все мы его очень ценим и уважаем. Он мужчина своему слову. Знаур, еще раз поздравляю с победой. Какие планы дальше? Чем займешься теперь? Ну, не знаю, как тренера скажешь, но я бы хотел 2-3 дня отдохнуть, а потом начать опять на ковер и готовиться дальше. Спасибо большое за интервью и желаем в новом году тоже защитить титул. Спасибо.